Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку. А Ластяк Сидорстан отправляется в Москву за приездом. Я тебя поцелую. Надо подкачать плечи. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя украду на глаз. Там каравелла, ганджа пела, дари, дари, дэй. Я погибал на пляже в окружении друзей. Они грели меня с мегом по небу, не негодяй. Закрывай глаза. Я одинокий бродяга, любви Казанова. Вечный любовник. Дорогие друзья, всем доброго дня. Суперстас отправляется в Москву за своей невестой. В спорт-аптечке будет работать Елена Анатольевна, моя бывшая теща, глубоко любимая. А мы уже отправляемся в Москву на этом бело-снежно-красном самолетике. Ю-ху! Добрались наконец-то до Москвы. Все втроем. Сейчас поедем в гостиницу, будем отдыхать, а вечером погуляем. Прибыли мы в гостиницу «Катюша». Вот такая она красивая. Вот наша мини-гостиница. Такие кабинки. Что там у нас? А там у нас... Вот такая вот у нас комнатища. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей. Вот приехали мы сюда, на съемочную площадку. Сейчас будем смотреть, что там происходит, что там переодевается. Да. Кто там? Только для нас обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя кушка по кайфу. Мы с тобою там. Что ты говоришь, куда мы едем? В ресторан. Кайф. Кайф. Кушать. Закончили съемочки. Встретили нашего земляка. Я легенда, можно умирать. Давай еще. Средний чек, 2,5 рубля. Дорогие друзья, нахожусь в фирменном ресторане от Моргенштерна и пробую его фирменный бургер. Кстати, сколько стоит бургер в ценниках? 1000? Где-то около. В районе 1000 рублей. Так что пробуем бургер. Тут я капитан боевой ковбой. Купил новый тур, это самолет. Полилось золото. Пробуем. Булка очень хрустящая. А так в целом обычный бургер, короче. Просто много понтов. Но прикольно, стильно. Мне понравилось. Очень красивая улица. Мы как маленькие путешественники в этом огромном городе под названием Москва. Встретили нашу землячку из Кунгура. Симпатичная. Вот. Ходим. Устали ходить. Замерзли, но мы ходим.